Ну что, всех приветствую на турнире Империи Пазлов, точнее не на турнире, а на маскараде. Сегодня началась гардеробная. Но перед этим хочу задать вам вопрос. Хотели бы вы глянуть на эту трэшовую войну, которая сегодня состоялась с нулями? И вот у меня 44 очка. Как это было? Как игра давала сбои? В общем, напишите. Если будет хотя бы один коммент, лайк, пойму, что нужно выложить. Война записана, но под сомнением, надо ли такое выкладывать вообще. Такую трешню. Значит, сегодня у нас гардеробная. Ключик. Давайте видео глянем. Так, ну ничего не выпало, если честно. Ерундовская реклама. Поэтому идем сейчас. Идем сейчас призывать. Значит, смотрите, что у нас имеется. У нас имеется 10 ключей. Или больше даже. 1 отряд жахнуть. Троечки. Ну и давайте костюмы. Кого бы хотелось? Наверное, Азлара. Ну, либо... По всем бьет. Но это некий аналог собаки, ну, который синий, да, наносит тоже, если более 50%, то 205, менее 410. Весьма неплохие показатели, жирные по броне. Ладно, поехали. Да. А хочется, кстати, сундучок открыть. Поэтому надо будет набить. Еще, пока есть костюмы, может, видео выйдет завтра. Посмотрим. Да, честный вор. Чесночный вор. Да, давно здесь ничего не падало. Ну да и ладно. Видимо, костюмы не то, что нужно. Поэтому будем добивать и пробивать. Ту-ду-ду. Набил я еще на один крюк. Давайте попытаем счастье. Да.